Так, давно не было охуительной рубрики сравнения цен. Я вам сейчас буду показывать ценник, а вы уже переводите на свою валюту, я не знаю, где вы. Поэтому поехали. Колбаса, ветчина. Две штуки акционные по 300 грамм. 12,90. Пачка сосисок. 14,80. Так, дальше поехали. Устрицы. Полкилограмма устриц. 6,99. Морская капуста. 7 юаней. Креветочки чищенные. 30 юаней. Кальмарчики, мидии. Вот, за 10 юаней личинки нахуй. Личинок. Я ж на завтрак как раз стою и думаю, личинок наебну. Здесь ты мне, женщина, 200 грамм личинок, блядь. Так, дальше. Кальмары чищенные, креветочки нечищенные, креветочки, скумбрия. Выбор рыбы вообще пизда. Просто пизда. Столько ее. Мидии, мать, выбирает. Ты перемешивай. Перемешивай. Так, дальше. Курочка 12,98. Крылышки. Так, дальше. Пошли яйца. Вот что важно. 5,95 за 500 грамм. Прикиньте, не по штукам, а 500 грамм яиц, блядь, взвесил. Дальше. Утиные яйца есть. Ну, это если хотите. Ну, и по базовому. Пошли. Лук. 1,9. 1,19. Лук длинный, который 1,99. Дальше. Помидоры. 2,99. Огурцы. 1,99. Морковка 1,49, картошка 1,99. Чуть поменьше картошка 1,79. Ну и потом мне говорят, а как, а хватит ли, Саша, с твоей зарплаты 15 тысяч юаней прожить в Китае? Ебать! Хватит так шиковать, что просто пиздец. Короче, здесь прям все очень дешево, клянусь. Переезжайте в Китай, нахуй.